Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно со специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Оксаной Витковской провели плановый рейд по семьям, состоящим на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Главная цель визита – проверка условий проживания и воспитания детей. Такие рейды проводятся в округе регулярно.